Региональный чемпионат WorldSkills Russia завершает свою работу. Финальный конкурсный день на площадке спорткомплекса «Олимпия». Молодые профессионалы соревнуются сразу в двух дисциплинах. Одна из них – ремонт и обслуживание легковых автомобилей. В программе 5 модулей. На выполнение каждого участнику отводится 3 часа. Первый модуль – это диагностика электронного блока управления. Второй модуль – у нас общая электрика и электроника. Третий модуль – это коробка переключения передач, механическая часть, четвертый модуль – двигатель внутреннего сгорания, механическая часть, и пятый модуль – подвеска автомобиля. Проверить свои навыки в ремонте и обслуживании автомобилей приехали участники из Иваново, Фурманова, Шуи и Тейково. Парни уже сейчас могут работать в автомастерских. Победа на чемпионате станет хорошим подспорьем при трудоустройстве. К соревнованиям готовились. Вот. Модули я еще не все сделал, мне вот осталось после обеда только двигатель. Я считаю, ну, для меня самым сложным будет двигатель, потому что я, ну, не очень, как, ну, механиком, больше по электрике. Вот. И поэтому самый сложный, я думаю, что у меня будет двигатель. А так все, в принципе, ну, учимся, тренируемся, все разбираем, собираем. На соседней площадке молодые люди упражняются в строительном мастерстве. Организаторы приготовили для ребят 4 модуля разного уровня сложности. Первое задание – сборка металлического каркаса и облицовка гипсокартонными листами. Следующий этап – шпаклевание собранной конструкции. А вот, пожалуй, самое интересное задание – фристайл. Участники должны продемонстрировать не только высокое мастерство, но и творческий подход. Мы старались выполнить 3 элемента. Значит, включили некоторые ребята литье, то вот мы тоже выполняем молдинг, выливаем из гипса, выливаем маски из гипса. Так, кроме того, какую-то цветную штукатурку или нет, то есть что-то из цветной штукатурки делают, по шаблону могут делать. И делают элемент из гипсокартона и крепят его на профиле. Победители отправятся на отборочный чемпионат, авторемонтники поедут в Ульяновск, а строители в Московскую область. В текстильном крае пройдет федеральный этап по компетенции технологии моды. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.